Красавица, елка, игрушки и разноцветные гирлянды. В холле торгового центра настоящий праздник. Стартует 5-й Крымский форум беременности и материнства. Хочу всем об этом сказать, да, всем достучаться, чтобы все это обращали внимание. Современное оборудование, комфортные палаты, обязательная профилактика и прием пищевых добавок до планирования беременности. Мастер-класс для будущих мам открывает заведующий структурным подразделением перинатальный центр Арсен Диадинов. Последний год мы получили 6 аппаратов кювезов для выхаживания новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела новорожденных. Мы получили экспертного класса дыхательную аппаратуру, та, которая позволяет протезировать дыхание, то есть поддерживать дыхание. И мы уже признаны на 5-й при Всероссийской премии специалистов перинатальной медицины «Первые лица». Мы получили эту премию, потому что мы внедряем уже технологии. Мы уже стоим на том уровне, когда мы тоже можем давать миру свои современные технологии и говорить о своем большом опыте работы. И поэтому у нас рожать безопасно, что очень главное. Опытные врачи консультируют на актуальные темы. Специалисты дают полезные советы. Также на этой площадке будущие родители знакомятся с выставкой товаров и услуг для беременных и новорожденных. Материнство мотивировало Алицию Трусову открыть свой бизнес. Сейчас она руководит магазином для беременных и кормящих мам. Когда планировала ребеночка, у меня вот родилась эта идея, что я буду этим заниматься, и мне хотелось всех мамочек нарядить, украсить, чтобы рассказать им что-то. Вот. Социальный проект «Форум для беременности и материнства» впервые стартовал в начале этого года. И проводится он каждые 3 месяца. Сегодня у нас выступают эксперты в области беременности и материнства, также и детства. Это главные врачи родильных домов города Симферополя, перинатальные психологи, инструктора по грудничковому плаванию, педиатры, психологи. В следующем году организаторы запускают новый проект – премия «Мама Крыма». Принять участие в конкурсе смогут женщины, которые совмещают карьеру и материнство. София Шукурова, Султан Еситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».